Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Cubot X19 включить таймер камеры. Для этого нам в первую очередь надо открыть саму камеру. Затем тыкаем на значок галереи, или что это может значить. Затем тыкаем на значок шестеренки, попадаем в настройки камеры. И здесь находим функцию автоспуск. Можем установить ее на 2, на 2 или же на 10 секунд. Давайте установим на 2 и попробуем сделать фотку. И как вы видите, таймер сработал. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!